Лайткоин – одноранговая интернет-валюта, которая включает в себя почти нулевые по стоимости платежи в любую точку мира. Лайткоин – это открытый исходный код, глобальная платежная система, которая полностью децентрализована и не имеет контроля со стороны любых центральных властей. Если вы слышали о биткоине, то это определение покажется вам знакомым. Дело в том, что Лайткоин основан на том же открытом исходном коде, что и биткоин, но с некоторыми техническими отличиями. Ну давайте перейдем к истории. Рождение Лайткоина началось с Чарли Ли. Чарли Ли родился в Западной Африке, в Кот-де-Ивуаре. И в возрасте 13 лет с родителями эмигрировал в США. Сейчас он живет в Сан-Франциско. В 2012 году будущий создатель Лайткоина работал инженером программного обеспечения Google и параллельно торговал золотом. Узнав о существовании биткоин, он купил первую криптовалюту у разработчика программного обеспечения Bitcoin Core. Он вдохновлялся идеей создания собственной монеты на блокчейне, и он скопировал фактически полностью функции и механизм биткоина. Но самое большое различие заключается в том, что транзакции в сети были намного быстрее и дешевле. И с тех пор Ли считает, что Лайткоин и биткоин должны развиваться параллельно. Например, вы можете хранить средства в биткоин, а чтобы что-нибудь купить, просто перейдите их в Лайткоин, чтобы не платить за комиссию большие деньги. Чарли очень активно ведет свой официальный твиттер-аккаунт, в связи с чем многие пользователи обвинили его в том, что он специально влияет на стоимость Лайткоин для собственной выгоды. В декабре 2017 года создатель монеты заявил, что продал все свои Лайткоин, чтобы сосредоточиться на развитии проекта, а не на заработке на нем. Это вызвало недоверие со стороны общественности, потому что на момент продажи валюты она стоила больше, чем в два раза. Средняя стоимость составила порядка 200 долларов, и он закрыл на эту тему. Перейдем же к техническим различиям. Для чего же нужен Лайткоин? Лайткоин, он очень похож на биткоин, но чуть менее популярен, что вызывает закономерный вопрос. Зачем же он нужен? Если сравнивать, то преимущества Лайткоин следующие. Меньше время обработки транзакций, ниже комиссионный сбор, более децентрализованная майнинговая сеть, меньше дефицит и нагрузка на сеть. В процессе майнинга Лайткоин можно создать больше, чем биткоин, поэтому и цена ниже, и транзакция проводится намного легче, так как сеть менее нагружена. Лайткоин часто называют серебром, а биткоин – золотом. Перейдем же к технологии Segwit. Она позволяет изменить лимит размера блока с помощью удаления данных подписи из транзакций. Софтфорк Segwit изначально предназначался для повышения пропускной способности сети биткоин. В апреле 2017 года Лайткоин в решении такой проблемы не нуждался. Но все же обновления сначала активировали в его сети для тестирования. В результате размер блока в сети увеличился в два раза, а кроме того, по мнению некоторых экспертов, обновление способствовало лучшей адаптации Лайткоина по сравнению с биткоин и подготовило Лайткоин к внедрению технологии Lightning Network, позволяющей отправлять монеты без уплаты комиссии вообще. Как уже сказал сам Чарли Ли, этот проект фактически помог биткоину протестировать Segwit. Лайткоин – простая и надежная валюта с минимальными комиссиями, которую можно использовать как для трансфера активов или каких-то покупок. Если вы хотите сэкономить время и комиссию, то пользуйтесь Лайткоин. А я же дальше буду продолжать освещать криптовалюты. Оставайтесь со мной. До скорого.